утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Доброе утро, ребята. Здравствуй, Коксик. Коксик. Привет, Зубок. Здрасте, ребята. Коксик, а чем ты так занят, а? Да вот в игрушках разбираюсь. Так, мячик старый выбросить. Оп. Ой, смотри, Коксик, лук. А помнишь, как мы с тобой в индейцев играли? Давай его оставим. Да он старый, поцарапанный. Да. Ой, смотри, смотри, а вот трубочка с дырочкой, в нее можно посмотреть, так. И что ты там увидишь? Не выбрасываем. Ой, смотри, смотри, а вот камушки, а вот палочки. Ну, зачем тебе камушки? Их вон на улице полно. А палочки? Ты что, палочек не видел? Не все это выбросить. Коксик, Коксик, слышишь? Нас зовут в музыкальную страну. Да подожди, я еще не все выбросил. Да подожди, ты потом выбросишь. Пошли скорее. Доброе утро, господин Доброе музыкант. Доброе утро. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ой, а мусор-то я забыл выбросить. Ой, подожди, подожди, Коксик. Подожди, Коксик, что ты такое говоришь? Как можно обижать музыкальный инструмент? Что? Вот это вот музыкальный инструмент? Вот это... Конечно. Точнее, прабабушки и прадедушки музыкальных инструментов. Ой, а разве у инструментов есть прабабушки и прадедушки? Ой, не могу, прадедушки. Ну, это ж просто шутка. Нет, я вовсе не шучу, Коксик. Да? Вот представьте себе, что мы с вами древние охотники. О! И мы охотимся на мамонта. Давайте! Ой, ну это же очень опасно. Мамонт такой большой! Эх ты, трусишка! Мы же умелые охотники! Мы его загоним в западню! Надо шуметь, чтобы он испугался! Ого-го! Гони его! Ой, а я придумал! Что? Я камнем постучу, он сразу испугается! Так, а я палкой! Убежал. Вот так, друзья мои, родились ударные инструменты. Так родился барабан. Здорово! Ну хорошо, вот камни, палки — это ударные. А вот лук-то тут при чем? А вот при чем. Представьте себе... Мы охотники-индейцы. Мы взяли луки... И хотим подстрелить добычу. Да, мы сидим в засаде. Так и ждем. И ждем. Ой. Ой. Слышишь? Тетива поет. Тетива поет. Ну-ка, а у меня? Ой, у тебя поет. Господин музыкант, а почему у нас звуки получились разные, а? А потому что это зависит от длины и толщины нашей тетивы. Понял. Это как струны, да? Как струны у скрипки, да? Конечно. Вот так и родились струнные. Здорово. Здорово, да? Со струнными понятно. А вот трубочка пустая. Зачем? Ой, да, зачем? А давайте-ка мы с вами продолжим игру в охотника. Давайте. Ну вот, мы сидим на берегу речки, в тростнике. Где-где? Ну, в тростнике, вот он, тростник. Ой, а что ты сделал, а? Я вот сюда в дырочку подул. Ой,
музыка. Понятно. Так родилась дудочка, да? Да, правильно. Вы у меня большие молодцы, все правильно поняли. А ты чуть их не выбросил, Коксик. Ой, ну чуть-чуть-то не считается. А давайте про них песенку споем, а? А давайте. Зачем нам нужен камушек? Зачем нам нужен лук? Зачем нужна тростиночка? Чтоб вышел звук, и зазвучала скрипочка, и бубен зазвенел, и заиграла дудочка, и мир вокруг запел. Спасибо вам огромное. До свидания. Приходите почаще, буду очень рад. До скорых встреч. Извините меня, про бабушки и про дедушки. Я все понял. А что ты понял, Коксик? Я понял, что надо быть очень внимательным ко всему на свете. Ведь в каждой вещи может прятаться что-нибудь очень-очень важное. Надо только это увидеть. А, точно. Вот вроде бы простая палочка, а оказалась музыкальным инструментом. Да, главное быть очень-очень внимательным. Ведь правда, ребят? Ну что, Зубок, будем с ребятами прощаться? Да, наверное, уже пора. До свидания, мальчики и девочки. До вечера. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.